дань героям прошлого от благодарных потомков. То есть все мы прекрасно знаем, кто проинформирован о том героическом поступке, который совершили студенты, немногочисленные, несколько сотен, и кадеты под Крутами, когда они остановили своей отвагой и любовью к родине, остановили тот поток вообще большевистской навалы, которая в тот момент угрожала независимой молодой украинской державе. Собственно, чтобы увековечить этот подвиг, чтобы он не был незаслуженно забыт, героический, безусловно, подвиг, собственно, мы и решили вот провести такую данную акцию.